встретились две бабули возле больницы. «Привет, Никитишна!» «Привет, Федоровна!» «Ты на вакцинацию?» «Да, вот решила вакцинироваться». «А ты?» «И я тоже». «Пойдем вместе». И пошли они вдвоем на вакцинацию. В больнице их встретила молодая медсестра, которая предупредила, что после вакцинации бабушкам может стать плохо. Может подняться температура, могут начать болеть суставы. И порекомендовала она бабушкам после вакцинации полежать немножко дома. Вышли бабки после вакцинации из больницы и пошли каждая в свой дом. Легли каждая на свою кровать и начали ждать, когда им станет плохо. Прошел час, но плохо не становилось. Прошло 2 часа, снова самочувствие у бабушек было как у космонавтов на МКС. Прошло 5 часов. Федоровна начала беспокоиться, что что-то пошло не так. Решила позвонить подруге. «Аллао! Никитишна! Как твое самочувствие? Плохо тебе уже стало или нет?» А Никитишна отвечает. «Да нет, Федоровна, не стало мне плохо, видать что-то не то нам укололи. А может еще полежать надо? Может плохо позже станет?» На том и порешили. И проспали они до самого утра. Так целый день у них и пропал почем зря. А могли много чего полезного дома за это время сделать. Мораль всей истории в следующем. Не дай себя запугать. Спасибо за просмотр. С вас подписка и лайк, с меня еще истории.